давно отгремела над нами война. Но та, о которой мы в школе учили. И снова мужчины уходят туда зачем? Да затем, чтобы дети их жили. А слезы текут и рыдает душа у женщин, которые их проводили. Зачем же мальчишки уходят туда? Зачем? Да затем, чтобы мамы их жили. Смеется девчонка, родной, не беда, ведь ты ненадолго. А слезы душили. Зачем же мальчишки уходят туда? Зачем? Да затем, чтоб любимые жили. Мы будем молиться за вас день за днем, чтоб каждый из вас в отчий дом возвратился. Идете туда вы, бороться со злом. Зачем? Да затем, чтобы мир изменился.